צבעון, סוף סוף סוף, חנוכה הוא חג טוב, חנוכה הוא חג טוב, צבעון, סוף סוף סוף. שלום חברים, חג חנוכה שמח. Хочу поздравить вас со светлым праздником Божьей Победы, с праздником Ханука. Если мы помним историю этого праздника, то Божья Победа, она была непосредственно связана с освящением. Храм необходимо было осветить. И мы знаем, что Слово Божье говорит, что мы с вами освящены единократным приношением в жертву Господа Иешуа Мессии. Мы с вами освящены. Бог отделил нас от этого мира, чтобы мы были светом этому миру. Но есть наш ответ. Наш ответ состоит в том, чтобы идти путь освящения. И я желаю вам в этот светлый праздник Ханука, чтобы вы, понимая то, что вы уже освящены Господом, шли путь освящения, пребывая и оставаясь в Божьей победе. Хаг Ханука Самеах! Ханука, ухагатова, ханука, ухагатова.